У нас в гостях сегодня очень интересный человек. Климент Русакомский, управляющий партнер юридической группы «Парадигма». Я брал плохие предприятия, превращал их в хорошие и продавал. Александр Бойко, председатель коллегии СРО «Авангард». Федеральная налоговая служба всегда чувствовала себя в роли охотника, а мы – добыча. На мою плоть содержится эта вся богадельня. Государство не очень умелый собственник для предприятия. Вы на себя хотите взять роль некого страхователя. Так мы отдаем деньги неизвестно кому, страховую компанию. СРО, оно живет по своему закону. Здесь очень нужно к этому тонко подходить. Я, как обычно, появляюсь на сцене только тогда, когда появляется проблема. Я работорговлей не занимаюсь. Белые пушистые. Мы все-таки представители бизнеса, и мы стараемся сделать лучше для бизнеса.